Всем привет! С вами снова я, Ярик Ярко. И сегодня со мной... Таня! И мы сегодня будем снимать Bean Boozled Challenge. Мы говорим. Да. Вот такие вот... Ладно, мы их уже открыли. Короче, вот такие вот конфеты. Небольшая пачка, как у всех, да, на видео. Да, но она вкусная, наверное, нам подойдется. Мечтай. А мы так долго с Таней ждали вот эти конфетки. Покажи, я не видела. Я не понимаю, конечно, что вы видели. Вот. Фу, понял уже. Это, наверное, коробка так пахнет. Картошка. Так, давай, какую первую будем брать? Вот, если хочешь. У нас это крутилки. Давай, какую первую? Давай ладно, закрывать давай глаза. По нет, стой! Давай закрывать глаза и будем показывать, какую. Ладно. Да, давай. На Уефа. Закрывай глаза. Нет, на Уефа! Уефа. Крути коробку, а я потом... Крути коробку, а я вот так пальцем такой. Ну, давай тыкай. Нет. Зелененькую. Трава. Это или скошенный газон, или лайм. Готов? Это вот эти вот. Ну, господи. Бери, какую будешь. Вот, смотрите. Джелли Белли. Вот такие вкусненькие. Давай. Такой, ладно. Давай. Раз. Я так боюсь. Ты про... А, я думала, она уже взяла год. Два. Три. У меня, походу, лайм, да. У меня лайм. Скошенный газон. Так вкусно. Она сладенькая такая. Ну, у меня она сладкая, но не кислая. А что у меня в запах какой-то в носу? Она сладкая и газон. У меня такой газон, как я в детстве траву ел. Не, у меня лайм точно. Вкусно. А, нет, трава. Трава, да, тоже трава. Это или скунс-спрей, или лакрица. Тут их как раз две. Раз, два, три. Я не понимаю, что это. Мне тоже. Что-то сладкое. Лакрица у меня. Выплёвывай. Как ты помнишь наклейки Шрека, которые растираешь и так нюхаешь? Фу, лакрица сладкая такая. О! Ну это походу. Дай, пожалуйста, попить. Фу. Какой-то. Но мне нравится. Подгузники или кокос? Или кокос. Но это вкусно. И то вкусно. Что, ты пробовал подгузники? Нет, но я знаю этот запах. Давай. Я рожу здесь запах. Раз, два, три. Подгузники. У меня они все на один вкус почему-то. У меня такое впечатление, как будто пахучие салфетки взял в рот. Я жую. Ну это точно не кокос у меня. Вкус такой, как духовка будет. Да, такой какой-то такой ядистый. Тухлый сыр или карамельный попкорн? А, они вообще есть? Да, вот они. Ужас. Раз, два, три. Именно тухлый сыр. Я не понимаю. Самое ужасное чувство, когда ты после них вдохнул. Это уже... Тутти-фрутти или... Или... Хотел сказать, дохлые носки. То же самое, если честно. Или вонючие носки. Раз, два, три. Мне тоже. Ну, запах вот. Вкусный. Она похожа на носки.
навыками. Это какие-то... Ладненько. У тебя свой? Вот. Такие вкусненькие. Кокос или подобный? Да ё-моё. Ну чё, раз, два, три. Кокос. Какой вкусный. У меня снова подводники. Кокос такой вкусный. Я выпрямлю их. Робко так воняет? Или сопли, или... Груша. Дайте мне уже 100 тойстер. Да ё-моё, хотела синюю взять. Опять. Опять. Ладно. Раз, два. Груша. Груша. Нет, не груша. Только она кислая. Вкусная. Хотя не очень. Голубика, блин, и зубная паста. Одна голубая. Они такие осталась. Прикольные, но ничего. Мой любимый цвет. Ну, да, мой тоже немножко. Давай, раз, два, три. Зубная паста. О, какая свежая. А, нет, у меня голубика. Вкусная. Свежесть такая, как у полоскателя. Или... Наверное, это зубная паста. Ну, или голубика. Блин. Такая зубная паста. Вот такая вот с точечками оранжевая. Это что? Это персик или рвота? Все мне это сказала. Раз, два, три. Сейчас самой вырвет. Это действительно вкус рвоты. Только как будто не наш. Я слова вырву, честно. Пихлый сыр или попкорн? Так что, всем пока, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на его канал. И ставьте палец вверх. И ставьте в комментариях, вы пробовали эти конфеты или нет. Говорите, что нет. Нет, правда. Но советую всем попробовать. Нет. Хотя бы один раз. Ну, может только один. Для интереса. Так что, всем пока! Копирую никого. Я просто так делаю. Никто так не делает. Только мы. Понятно. Фу, пока. Все, всем пока.